Республике вновь выделили средства из резервного фонда президента России. Более 26 миллионов рублей направят на капитальный ремонт поликлиники детской клинической больницы. Эту новость глава республики озвучил на еженедельном совещании с членами правительства. Михаил Игнатьев отметил, что распоряжение о выделении средств президент страны подписал 3 сентября. На проведение ремонтных работ здания детской клинической больницы должен быть объявлен аукцион. Это была наша самая просьба, поддержана была полномочным представителем президента Российской Федерации при Приволжском федеральном округе Михаилом Викторовичем Бабичем, Федеральным министерством здравоохранения. Деньги выделены в этом году, в бюджете тоже пойдет в этом году. Поэтому, Владимир Николаевич, задачу вы знаете, мы встречались, Светлана Александровна, Иван Борисович, надо провести все работы надлежащим образом. И ежегодно мы практически, я хочу это подчеркнуть, за счет резервного фонда президента Российской Федерации получаем для капитального ремонта или учреждения образования, или учреждения здравоохранения, или учреждения социальной сферы.